Женщина мне давно-давно, лет 15 назад, сказала, я выяснила, я поняла секрет вашего успеха. Это дисциплина. И я поняла, что она права. Потому что если у вас есть внутренняя дисциплина, то ваше слово становится тяжелым. А это значит, вам доверяют. У вас сумасшедшая репутация. С вами не будут тянуть время и пихать вам контракты все время. С вами готовы с самого начала жестко договориться, и все знают, что если ты сказал «да», то ты это выполнишь, и договор потом догонит.